Вот уже почти год в Миассе существует молодой, но очень перспективный театр современного танца «Аркона». 2 марта в Доме детского творчества «Остров» состоится премьера их спектакля, который будет называться «Зеркало души». На репетиции побывала и наша съемочная группа. Театр современного танца «Аркона» представляет танцевальный спектакль «Зеркало предков». Образы, рожденные из славянских мифов и сказов, воплотятся на сцене в стиле современной хореографии. 4 сестры в обрядовом танце поклоняются матери сырой земле, одна из которых готовится стать невестой. Между героинями закручивается драматический сюжет, в основе которого, конечно же, любовь. По словам хореографа, здесь будет и завораживающей красоты танец, и прекрасный вокал, и даже фрагмент кукольного театра. Тематика спектакля, она взята из славянских мифов, так скажем. И мы работали, то есть нету определенного какого-то сюжета, просто есть какие-то обрядовые танцевальные действия, и вот из этого складывается весь спектакль. Лексика, она больше фольклорная или такая вот обрядовая, а сам стиль спектакля, то есть современная хореография. По словам Юлии Нестеровой, красоту, мудрость и вдохновение жизни излучают со сцены предания предков, отражаясь в танце, как в зеркале. Должна быть вода на сцене, она и есть вода. То есть мы танцуем босиком в воде. Если земля, то это земля. Если хлеб едят на сцене, то это хлеб едят на сцене на самом деле. Мне кажется, вот это вот новшество для Миассы вообще. Премьера спектакля состоится 2 марта в 16:00 в Доме детского творчества «Остров».